Гена! Геннадий! Тимоха! Гений! Геншин! Гиена! Не понял, ты меня сейчас обзывал? Нифига он! Я вижу, ты мужик нормальный, поэтому у меня для тебя есть вот такой вот вкусный пирожок. Так, короче, батя, ну пирожок-то скушал. Гляди в оба, дружок! Тимоха мог уже кого-нибудь накормить своим пирожком? Хова! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные смешные анимации по Скулбою и Тимохе. Обязательно лайкосик, залетай в Телеграм, это очень важно, уведомление плюс расписание, погнали смотреть! Ссылочка на автора в описании. Друзья, мне срочно нужна ваша помощь. Только вы сможете помочь мне сбежать отсюда. Этот сумасшедший рыбак пообещал отпустить меня сразу же, как только наберется 1 миллион подписчиков. Пожалуйста, спасите меня! Вот прям каждый, кто смотрит это видео. Подпишись, и в следующем видео, возможно, я уже вернусь домой. А если мы не выполним его условия, то страшно представить, что этот рыбак сделает со мной. А еще не забывай, ребят, еще ставим лайки. Там и Телеграм, вот-вот. Смешного. Правильно. Крутые моды на Скулбой. Андрюха правильно говорит, кстати. Красава. О, Андрюша, ну шо ж ты, блин. У рыбачка ты реально поселился, смотри-ка. Все условия. А кровать-то какая мягкая. О! Эй, фига, а ну там решеточка. Ты старый дурак. Выпусти, я сказал. Вот засранец старый думает, что я не смогу выломать эту решетку. Ох, блин, блинский, как же больно. Ты напрасно стараешься эту решетку не сломать. Брателла! Я тебя не заметил. Ты кто такой? Я здесь Юджин. Уже очень давно. И за все время нахождения здесь ты не нашел способа свалить отсюда? Отсюда нет способа сбежать! Капец ты! Взрослый мужик, а уже сдался как девчонка. Должен быть способ сбежать отсюда! Андрюха, давай, слушай, помогай! А может, в двуху нахлобучим старика, когда он придет? Он никогда не приходит один. Постой-ка! Юджин? Да, а ты откуда меня знаешь? Так, я Андрей, твой младший брат. Ты что, совсем меня не узнаешь? Андрей! Андрей! Точно! Андрей, мой младший брат. Видимо, эти уроды совсем мне мозги отшибли. Как же я мог забыть, что у меня есть младший брат? Да все нормально. И почему ты все время говоришь о ней? Этот старик здесь один. Послушай меня, Андрей. Я вытащу нас отсюда. Слышишь? Вытащу! Так, там так, реально, так. Вроде он один должен Смотрю, быть. Смотрю, вы тут освоились уже. Это хорошо. Эй ты, выпусти нас. Зачем ты нас похитил? Ну чё, они тут нормально все. Офигеть, реально два брата, акробата, прикинь. Из пародии вот и как бы оригинала. Вы что, близнецы что ли? Какие близнецы? Балбес. В шары долбишься что ли, малой? Брат, это мой младший писистрат. Ух ты. Не, ну разные имена бывают. Пойдет. Цыгане заливаются, прям надрывают животики. Ну что, вдоволь насмеялись? А теперь я посмеюсь. Прикончи их. Эй, ладно, ладно, прости. Мы не хотели тебя обидеть. Просто никогда не слышали такого реально имени. Реально такое имя Мне есть? Надо нас убивать. Юджин, вставай, давай. Чего ты делаешь, блин? Короче, я на рыбалку. А ты следи за ними. Рыбалочка. Особенно за мелким. Он хоть и младший, но похитрее будет. Не беспокойся. Мимо меня ни одна мышь не пробежит. Вот так вот. А, погоди, там еще продолжение? Твое хождение туда-сюда начинает меня раздражать. Зато ты, я смотрю, спокойный и не переживаешь совсем, как будто ничего не произошло. Так Тимоха сказал же, что все разрулит. Сейчас он придет со своими друзьями, и они вместе отправятся на поиски Андрея. Нет, ну-ка. Я так не могу. Я сейчас же позвоню в полицию. Никому звонить не надо. Вы сделаете себе только хуже. Явился, не запылился. Ну, где твои дружки?
Говори давай! Нифига она! Галя, ну не бедный надо, Тимоха! Закрой рот, Гена, и не вмешивайся! Мои друзья на улице, они как раз ждут вас. А ну свалил! Ну и где эти гребаные дружки? Обманул меня, что ли? Мы здесь! Гена! Геннадий! Тимоха! Гений! Геншин! Гиена! Не понял, ты меня сейчас обзывал. Нифига он. Я вижу, ты мужик нормальный, поэтому у меня для тебя есть вот такой вот вкусный пирожок. Ух ты, какой большой. Всегда мечтал о таком. Так, короче, батя, ну пирожок-то скушал. Гляди в оба, дружок. Опа! Тимоха мог уже кого-нибудь накормить своим пирожком, и он может быть не один. Дед! С дружком, боже, это имба, это просто имба. Вот эта серия, это просто что-то с чем-то. Друзья, это просто имба какая-то, а не серия. Серьезно, тут дофига всего. Есть и рыбаки вот эти, вот лесники. И господи, и Тимоха тут есть. И его семья уже появилась, боже мой, и пирожки. В шары долбишься, что ли, малой? Ну-ка, погоди, как еще раз его зовут? Эй, Писистрат. Офигеть. Вот это юничка. И начинается. Сейчас животик надрывают. Аля! Ну, смеюсь. Давай. Он хоть и младший, но похитрее будет. Не беспокойся. Мимо меня ни одна мышь не пробежит. Офигеть. Ну, с Тимохой это просто имба какая-то, реально. То, что дружок и дед... Твое хождение туда-сюда, господи, начинает меня раздражать. Господи, там следующая серия-то какая будет интересная, ты понимаешь? Зато ты, я смотрю, спокойный и не переживаешь совсем, как будто ничего не произошло. Так Тимоха сказал же, что все разрулит. Сейчас он придет со своими реально друзьями. Реально разрулит, похоже. И они вместе отправятся на поиски Андрея. Нет, я так не могу. Я сейчас же позвоню в полицию. Никому звонить не надо. Вы сделаете себе только хуже. Явился, не запылился. Ну, где твои дружки? Говори. Фига давай! Она, блин. Галя, ну не надо так. Закрой, Галя, просто женщина! И не вмешивайся! Мои друзья на улице, они как раз ждут вас. А ну свалил! Ну вот и ты, где она прям как Рэмбо! Дружки? Обманул меня, что ли? Мы здесь! Гена, блин, Геннадий, это имба. Гений, Геншин, Гиена. Геншин, ну это... Не понял, ты меня сейчас обзывал или что? Я вижу, ты мужик нормальный, поэтому у меня для тебя есть вот такой вот вкусный пирожок. Ух ты, какой большой. Всегда мечтал о таком. Слушай, ну дед, это вообще имба, голос. Гляди в оба, дружок. Тимоха мог уже кого-нибудь накормить своим пирожком, и он может быть не один. Ребята, лайк, если плюс уши от дедовского голоса. Короче, ребят, лайкосик поставьте, залетайте в Телеграм, это очень-очень важно, потому что непонятно, что с Ютубчиком будет. Также подписывайтесь на автора, ссылка будет в описании. Бай-бай, дорогие братишки.